В зале те, от кого зависит безопасность сотрудников на городских предприятиях, руководителей районных комиссий по ЧС и ответственные за эвакуацию людей в санаториях и больницах, периодически встречаются на таких вот занятиях. Важно использовать новые наработки по предотвращению опасных ситуаций, освежить в памяти перечень необходимых документов и поделиться опытом по организации работы на местах. Мы сегодня проговорим и обсудим план своих мероприятий на весь год. Сделаем акценты на те объекты, которые нас сегодня волнуют. В первую очередь, критически важные объекты, потенциально опасные объекты. Рассмотрим вопросы нештатных аварийно-спасательных формирований, где они есть, чем должны быть экипированы, и порядок их действий в случае чрезвычайной ситуации в том числе, и многие другие вопросы. Напомню, традиционно в Сочи особое внимание уделяется отработке навыков эвакуации жителей из подтапляемых районов. Также учения регулярно проходят на объектах жизнеобеспечения курорта, таких как водоканал, ТЭС, хладокомбинат и другие.